Попова Надежда Васильевна, 42-го года в женском полку легкомоторных ночных бомбардировщиков. 10 мая 45-го летчицы праздновали победу. В гости к ним приехали соседи из истребительного полка. Среди них был Семен Харламов. На стене Рейхстага он и она поставили свои подписи рядом. Надежда Васильевна, такие девочки молоденькие, которые должны, в общем, любить, рожать детей, они ли улетают и не только их убивают, вы же тоже убиваете людей. Да. Вот это что-нибудь в душе происходило? Вот это вся трагедия. Мы же молоденькие девочки еще. Мы еще не любили, у нас не было свиданий, не было красивых таких встреч. Еще хочется чего-то в жизни сделать хорошее, красивое. Еще пожить, что-то увидеть, узнать. И вы знаете, вот начинается война. И война, которая вот идет на уничтожение. Это потрясает. Это потрясает. И я вам скажу, почему идет борьба, внутренняя борьба. И только потому, что мы были вот подготовлены, мы любили вот свою, я родную школу, ее немцы разрушили. Я любила свой дом, в доме моем немцы устроили управу полицейскую, и там на веранде вот потом были следы крови видны. Они вырубили весь этот вишневый сад, абрикосовые розочки, которые я сажала с девчонками с нашими из класса. Понимаете? Теперь погиб у меня старший брат Леня, который мечтал стать математиком. Я вам скажу, что я в жизни, я даже цыпленка не могла вот убить. Зарезать я кого-нибудь, вот, если нужно, я даже не могла смотреть это. А вот как жизнь поворачивает. И тем не менее, когда был у нас в Белоруссии, когда, значит, вот в районе Минска мы принимали участие в уничтожении группировки, когда там 100 тысяч немецких войск попало в окружение, Рокоссовский командовал, и мы летали, значит, даже днем. И вот на рассвете мы сидели на опушке леса и укрылись чехлами. Комары нас доставали очень. И вот на рассвете только слышим: «Стой, кто идет! Стой, кто идет!» А потом увидели: «Хендехох! Хендехох! Хальт! Хендехох!» Думаю, что такое? Немцы, мы моментально вскочили из самолетов. Что такое? У нас у всех пистолеты были, а эти девушки нас с автоматами охраняли. Оказывается, один за другим перед нами вышли из пшеницы 15 гитлеровцев, немцы. Вышли, значит, они и держат вот эти свои платки, вот белые, что они сдаются. Мы их окружили. Вот окружили мы с пистолетами, вот охрана наша, эти девушки. И, значит, они только: «Русмадам, русмадам, не надо, не надо, пу, не надо стрелять, не надо стрелять». Окружили, и что же вы думаете, стоптанные вот эти порванные штаны, вот вши по них, извиняюсь, как это, но это спутники войны, эти вши, никуда не денешься, ползают. И небритые все, изможденные, па, хочу есть, хочу хлеб, просят хлеб, и, значит, просят воду, хлеб дайте, есть хотят. Они нам сказали, что они нас называли ночные ведьмы, это да. Мы по существу впервые столкнулись с настоящими немцами глаза в глаза. Они смотрели нас, чтобы мы их не стреляли, не расстреляли. А мы их... И что же, когда они запросили есть, то девочки наши говорят: ну давайте, у кого там есть хлеб, давайте, надо им дать поесть. Вот такие мы. А пайки у вас какие были? Вот вас кормили как летный состав? Нас кормили нормально, так делают, как полагается на фронте. Чай обязательно был там в кружке, там компот, как полагалось, да? Какое-то первое, какое-то там второе. А 100 вот. Грамм летные давали на фронтах? 100 грамм давали, но не перед боем, а только тогда, когда мы летали, когда боевые вылеты были. Если боевых вылетов не было, 100 грамм нам не давали. Но давали, когда 100 грамм, то, знаете, это 1001 ночь. Значит, вызывает нас командир полка и говорит: у вас пьют эти 100 грамм? Я говорю: не все пьют. А кто не пьет? Вот тот-то не пьет. Нет, надо заставить пить. Ну как же так заставить пить?
Да потому что надо, чтобы спали. Даже мы после вылета, как уже вернулись, спать ложимся, уже нервы это взвинчены, ведь всю ночь мы не спали, и так все годы войны бессонные ночи. И вы знаете, что я так мечтала отоспаться, думаю, отдам все, что у меня есть, только бы поспать. А уж не говоря о том, что на подушечке где-нибудь в доме, вот у мамочки, да, вот, чтоб тут и простынка, и беленькая наволочка была, и белоснежный пододеяльничек. Вот это только можно было мечтать. Но а вы как далеко от линии фронта базировались? Базировались мы по-разному. Были, например, вот, когда перед взятием Варшавы, мы стояли 10 километров от линии фронта. И мне удалось в ту ночь, Тане Макаровой удалось... И мне сделать по 18 боевых вылетов. То есть я только подвешут мне бомбы, и я поднимаюсь опять, потому что там требовалась, срочная требовалась помощь. Но я вам скажу, когда уже, там говорит, ужин какой, а что там на ужин? Стакан чая, ну принесите мне стакан чая, там оладушки, принесите мне эти оладушки и стакан чая, я в самолете выпью. И вот я, значит, выпила, за это время подвесили мне бомбы, и я опять полетела, 18 боевых вылетов. То есть это практически каждый вылет максимум 40 минут. Да, получается. Это ужасно, но это за все годы войны, это единственная вот такая ночь была, и очень близко мы стояли от линии фронта. Но это тут уже было нам безопасно, чтобы мы так ночью подлетели близко к линии фронта, чтобы нас не видел противник. Угу. И нам удалось вот так вот очень много помочь, конечно. Это было перед взятием Варшавы. Так это что линия обороны была какая-то? Нет, ну, это же было уже наше наступление вот, перед взятием Варшавы. Наш вклад такой, это серьезно там было, потому что сложная обстановка была в это время. Вот, и мы там очень много летали, с большим напряжением. И вылетов приходилось, когда ночью сделаешь один вылет, когда два, когда пять, когда десять. А это вот ночь самая. Ну и когда, я вам скажу, когда хорошая обстановка такая, погода хорошая, вот, ни мороз, ни сильный ветер, ни грозы, и цель такая относительно спокойная. И нам не хотелось сидеть просто на аэродроме. Нам хотелось, девчонки же остроумные, очень много и талантливые такие. И, значит, говорят, ну что же мы сидим тут, как дураки, черт его знает. Ну, и тут же придумали такую молитву. Еже иси на небеси, на максимум принеси. А максимум – это максимальное напряжение. Сколько ты можешь, столько ты сделай сегодня боевых вылетов. Ну, известно, что там летчикам платили за сбитые самолеты, истребителям. Ну, у нас сбитых самолетов не было, да. У нас количество боевых вылетов. Сначала ничего нам не платили. Mm-hmm. Обычные получали мы зарплату и все. Потом, значит, потом почему-то уже во время войны, уже в середине войны сказали, что... Ну чего же, мы уже сделали и по 100, и по 200 вылетов, и по 300. И тогда, значит, решили, что если сделал ты 100 боевых вылетов, то какую-то так сумму надо платить. Ну, не такие небольшие суммы. Но все-таки это плюс к моей зарплате. Вот, это тоже было. Я отсылала, например, домой. Все старались домой отсылать где-то там, у кого родители, у кого брат, у кого сестра, у кого как-то старались отсылать. Но я вам скажу, что... А приметы какие-нибудь, суеверия были у вас? Были, конечно. Конечно, никому не хотелось погибать. Меня, например, очень потрясла гибель нашей штурмана, нашего полка, Жени Рудневой. Мы должны были лететь с ней на Керчь. А Керчь очень сильно укрепленный был город. Особенно вот гора Митридат. Это возвышенность, куда моряки, наши десантники никак не могли подступиться к этому берегу. Высаживались, и очень много, большие потери были. И мы, значит, старались вот эти вот огневые точки бомбить на горе Митридат. И вот летим туда, и, значит, я вижу впереди меня, она поднялась, и я за ней. Вы знаете, идем. И вот подходим. Я вижу, набрали они высоту, я чуть-чуть ниже иду, и они как на экране, знаете, как на телевизоре видно, и такая слоистая, вот перистослоистые облака. А так луна, и они как на экране видны. Я думаю, куда же вы так прямо идете на Керчь, вас же собьют, вот такое сразу же. Да еще когда садилась в самолет и шла к самолету, бежала, значит, побыстрее за ними вылететь, спотыкнулась на правую ногу. Тут какое-то чутье такое было. И вот я взлетела за ними и все время, значит, наблюдала. И подходя к цели, вот как шли они,
Так она и пошла на эту цель. Только сбросила бомбы, и здесь такой огонь открылся. Казалось, стреляло все, что только могло стрелять. И такой огонь, вот вы знаете, сноп, ливень огня по этому самолету. Самолет вошел в спираль, в левую. Из кабины стали рваться белые, красные, зеленые ракеты. И самолет уже чувствуется неуправляемый. Вот он зашел, и так по спирали снижается. И все стреляют. И все небо озарилось вот именно вот этим вот огнем. И я, значит, сбросила бомбы, спустилась и начала обстреливать их из пулемета. Несколько выстрелов сделано, я ушла. Вот так у меня на глазах погибла, выполнив свой 645-й боевой вылет Женя Руднева. Я точно знала, что это она, потому что только они были впереди, их экипаж. И вы знаете, что-то вот как-то ком подступил Женя, этот милый, ласковый человек, только мечтавший, еще не целованный, мечтавший о красивой любви, о хорошей, красивой жизни, о мирной, семейной, счастливой жизни, об университете, об астрономии. Все, ее не стало. Прилетела я, доложила командиру полка, все. Посмертно ей было присвоено звание Героя Советского Союза. Вот. Все мечтали, все надеялись, что мы будем жить. И потому все один перед другим. У нас, девочки, очень мало кто курил. Мало очень кто пил. Даже 100 грамм от фронтовых, о которых мы с вами говорили, после боевых вылетов, не все хотели, потому что уже устал, уже хочется просто скорее добраться. Там есть либо это постель, то ли на нарах, где мы спали. На нарах в спальном мешке я вдвоем со штурманом. Там сено или солома положат, если не всегда же условия были. Мы за войну отменили 60 точек. Это много, и все разное. И не всегда же были условия там, где жить или хорошо устроиться, комфортно. Ну, были, конечно, и что мы в хатках располагались, и... А так много такого было. Летали на Новороссийск. Там у нас Насаль получила героя за 360 боевых вылетов. В воздухе ее убили. Я случайно вот стреляет, а я отвернула. Вот бывает вот такое, это у меня на глазах. А ее прямо в кабине убили. И штурман Ира Каширина привела этот самолет. Вот, а ее убитая голова вот на борту, похоронена она в Пашковской. А потом, после Новороссийска, стали летать. Вот Геленджик, значит, освободили мы Новороссийск, перешли на Крым, на Керчь, Севастополь. После освобождения это я все летала на эти. И такой сильный очень обстрел, летали на аэродроме, вот пожары вызвали. А после освобождения Крыма... Значит, мы получили здесь гвардейского, таманского полка наименование, гвардейские значки, знаки, гвардейское знамя. Потом нас маршал авиации Вершинин взял к себе на второй белорусский, и мы перелетели сюда на белорусское направление. И вот воевать нам пришлось в районе Минска, вот окружать вот эту окруженную группировку, уничтожать. Пришлось воевать... Вот, в районе Восточную Пруссию и Варшава. Вот на Варшаву это тяжелейшие были полеты ночью, очень-очень напряженные. И, значит, потом Берлин. И когда Берлин уже взят был, мы летали еще на север Свинамюнды, это на берегу моря Балтийского. Вот так закончился наш боевой путь. Всюду это было очень сложно, очень напряженно. А война для вас, в общем, закончилась 9 мая? Или после этого еще были боевые вылеты? Нет, для нас именно тогда. Как отмечалось 9 мая, именно 9? И как вы узнали о том, что Германия побеждена? Окончательно подписала капитуляцию? Значит, я вам скажу. Когда война закончилась, конечно, ну, все начали... Выбежали, у нас же у всех пистолеты были. Угу. Чего там говорить? И вы знаете, стреляли мы из всех оружий, кричали, обнимались, плакали. И вы знаете, что такое впечатление, что... Ну, стряслось такое, которое просто не может оставлять вот каким-то равнодушным человека. И
столько мук, столько страданий, столько жертв, столько разрушений, такие потери колоссальные. И даже не верится, что это наконец уже утихло. А потом, значит, когда нас пригласили на парад, девятка героев Советского Союза, девушек наших, летчиц, мы прилетели сюда, в Москву, и начали тренироваться, парад, да? Да, на парад. 24 июня мы должны были принимать участие на парад. Мы прилетали несколько раз над Красной площадью, наша вот во главе с командиром полка, наша девятка этих летчиц наших. А на параде вам все-таки не удалось участвовать? Да, плохая погода была. Да, там не было воздушного парада. Ну и вот скажу вам, значит, завершить. Мы получили вот от главного командования, Сталином подписано, 22 благодарности за годы войны. Это наш полк. Полк стал и гвардейским, и таманским. Награжден орденом Красного Знамени и Суворова третьей степени. Полк совершил 24 тысячи боевых вылетов. 23 летчицы во время войны стали героем Советского Союза. А вам звезду героя вручали в Москве? Нет, после боевых вылетов выстроили нас. И приехал к нам маршал Советского Союза Рокоссовский, командующий 2-м Белорусским фронтом, командующий 4-й воздушной армией Вершинин. Приехало все командование, и мы получили прямо там, на улице, не в помещении где-то, вот эту звезду Героя Советского Союза и орден Ленина вручал мне Рокоссовский. Надежда Васильевна, вот да. Эта история, которая, в общем, картина Лени Быкова, она же, в общем, документальная, в бой идут одни старики. Это соответствует в самом деле. У нас комиссар была, она действительно, она говорит, никаких. Все, полк спит, и никаких, не было никого. И, конечно, иногда были торжества, когда нам командующий сам говорил, Вершинин говорит, а я вам... Смотрите, я вам сам буду женихов выбирать. Вот такие-то иногда на торжества нам разрешали пригласить. Это летчиков. Действительно, это очень хорошие летчики. К нам относились как-то, вы знаете, по-отечески. Потому что это был девичий полк. И вот соседи. Конечно, когда знакомились и знали, что там девчата и летают. И, значит, где мы располагаемся. Вот мы идут на задание, скажем, идет девятка штурмовиков. Возвращаются, смотришь, кто-то покачает крылом над нами, что значит вернулся жив, вот знакомый. То ли истребители подойдут, то иногда цветочки сбросят, то ромашки или васильки. Какие-то, вы знаете, я бы сказала, очень красивые какие-то были отношения и к нашему полку. И мы тоже знали, что это война, и так особых... Романов заводить нам некогда было. Иногда конференции были, вот между, когда паузы были или перерывы между боями, значит, вот были какие-то конференции по обмену опытом. Вот как вести работу, как вести разведку. Вот я часто ходила в разведку, потому вот у меня и горело. И второй раз вот, разбился, это погиб. Значит, я... Под Ростовом был подбит один летчик, сержант 821-го полка, сержант Харламов Семен Ильич. Его, он сбил самолет, и его самолет, фюзеляж прошил немецкий летчик. И он подбитый и раненый производил посадку. И когда, значит, он приземлился, этот летчик Харламов, из его тела извлекли 50 осколков. И спросили, почему ты не выпрыгнул с парашютом? Он сказал, я хотел спасти самолет, чтобы отомстить за своих товарищей и за себя. Это было 28 июля, а 2 августа 1942 года я этого раненого летчика встретила. Я была тоже подбита. И вот встретила в Черкесске. Вот после бомбежки там было скопление наших войск очень большое. Это было отступление наше, самое тяжелое время. А как вас подбили? Вот я тоже полетела, обстрел был. Обстрел подбили, и я осталась без самолета. Самолет сгорел, и я, слава богу, осталась жива. Ракетница у меня вот со мной была, планшет. И я, значит, меня на орбе довез до Черкесска, и там я встретила
Вот, артиллеристы ехали на санитарную машину, на полуторку меня подобрали. Я старшина была тогда. Вот. И, значит, это за Майкопом, Черкесск. И вот, значит, там стою, я в ручейке мою, обмываюсь. И вот подошла ко мне одна медицинская сестра и говорит: «А вы кто такая?» Я говорю: «Вот летчица». «Откуда вы?» Я говорю: «Да вот подбили меня. Вот я иду, теперь буду искать свой полк». Вот. А она говорит: «А мы везем раненого летчика». Я говорю: «Да, да». «Какого?» «Летчик-истребитель». Я говорю: «Что вы говорите?» «Да, а где?» «В санитарной машине». Вот на пенечке сидит, читает книжку Шолохова. Вот, до пояса раздет, стоптанные кирзовые сапоги, гимнастерка, окровавленные следы, и забинтована голова вся. Так вот это вот этот, оказывается, летчик. «Здравствуйте, здравствуйте. Как вас зовут?» «Семен». «А я Надя Попова». Потом, значит, я говорю, вот отступали, потом я нашла вот свой полк, за мной прилетел самолет, говорит: «До свидания, Сеня, пишите, я Надя Попова». Вот, и знала, Харламов. Все, «До свидания, пишите, 588-й полк». Вот и все. И потом только я еще встретила совершенно случайно еще ее три раза. Когда закончилась война, это еще шли бои. Закончилось уже в Берлине, мы летали, значит, вот в район Берлина. Закончилось это все, и на машине подъехал он. Он уже, его назначили командиром полка, потому что вот погибли его, его с командира эскадрильи сделали командиром полка. Вот, он подъехал на машине, который трофейный, весь полк его там где-то раздобыли, ему подарили на этой трофейной машине. Мы сели, поехали в Берлин. Разбитые везде, всюду Берлин. Добрались мы до Рейхстага, посмотрели мы. Серое такое здание, все избитое оно, все это изрешеченное. Вот, и всюду солдаты, значит, к этим стенам, и каждый оставляет, откуда он пришел, откуда дошел до Берлина. Вот, один стал, вот так вот прислонился к стене и ругается, и говорит: «Будь проклят этот Гитлер, будь проклята эта земля, будь проклята эта Германия, будь проклята эта война. У меня нет теперь ни жены, у меня нет теперь ни детей, у меня нет теперь и хаты. Будь проклята эта вся жизнь. Зачем мне жить теперь одному, хоть она есть у меня уже, эта победа». Это было такое потрясение, что я не могла. Я тогда Сене говорю: «Сеня, давай идем с той стороны». Зашли, я говорю: «Давай я напишу». «Да ну, Надик, ну что мы как дети на скамейках пишут там?» Я говорю: «Я хочу написать». Я говорю: «Мы же никогда не были за границей». Я говорю: «Вот мы», говорю, «в Германии». Я написала: «Я Надя Попова, Донбасс». А он говорит: «Ну, я тогда напиши. Семен Харламов, Саратов». И все. Вот это был у нас такой визит в Берлин. Ну и вот этот мой раненый летчик, вот, оказывается, он рассказал, что у него три ранения было. И, значит, вот и нос пришит у него, щека прострелена. Ребра, потом он горел, и обгоревший был, вот, нога до кости. Ну и вот, и потом говорит: «Знаете что, Надя, вот мы и живы, давайте останемся. Давай останемся на всю жизнь». Я жду, что он еще что-нибудь скажет. Ну, что, какие-то же объяснения или что-то. Так взял за руку. Ну, останемся вместе. Все. Так мы и остались. Так и остались, и прожили 45 лет.